И, разумеется, с громадным запасом. Результат убедительнейший. 116-775 тысячных баллов. Занявшая второе место Дарья Дмитриева проиграл 3 балла. Третья была Любовь Черкаш. Ну, вот и вся предваряющая информация. Далее начался финал с мячом. Его открыла Анна Лябьева из Казахстана. Конечно, при нынешнем разнообразии очень доступных записей самых разных исполнителей не редкость трек, звучащий диковинный, эдакой. Но...